товарищи коснулись вопроса отдаления от Творца. Мы знаем, что место, в котором человек может наилучшим образом измерить свое состояние, свое отношение к пути, это утренний урок. И иногда человек забывает, что источник работы с самыми оптимальными условиями для проверки, для того, чтобы измерить, это на утреннем уроке. Можете ли вы упомянуть, объяснить, почему утренний урок? Что это за оптимальные условия, которые именно на утреннем уроке? Именно там я могу использовать для того, чтобы работать самым точным образом в действительности. Прежде всего, люди, которые просыпаются в это время, их меньшинство. И мы собираемся и хотим достичь цель творения. Поэтому это время, оно хорошее, предназначено для этого. И также и каббалисты делали, и делали исправления в этом. Поэтому у нас есть содействие во время утреннего урока, помощь. И как эти условия с точки зрения времен, время особое, и есть здесь еще элементы, которые дают точность работе. Что это за элементы? Что мне нужно искать, как использовать эти условия на утреннем уроке, чтобы уточнять? Ты должен обновлять свою связь с товарищами. Ты должен стараться поднять ее на более высокий уровень относительно вчерашнего. Ты должен раскрывать свой хиссарон относительно товарищей, чтобы помогать им в этом. И также стараться улавливать хиссароны других сам тоже. И все. И главное, вот это сплочение.